Теперь все только вместе, начиная с одной фамилии на двоих. Анастасия и Владимир – одни из первых, для кого открываются заветные двери Симферопольского ЗАГСа. Оба заметно волнуются, ведь ждали этого события не один год. Очень ждали этого события. Прям, ну, наконец-то наш союз. Вместе мы теперь. Все отлично у нас. Теперь будем официально. Дружили, потом оказалось, он ушел в армию, я поняла, что я влюбилась, дождалась его из армии, 4 года были вместе. Красивую дату, 9 число 9 месяца, выбирали специально, а главное вместе. Союз Дронова Владимира Юрьевича и Гетьманец Анастасии Александровны официально зарегистрирован в полном соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации. Молодые все чаще назначают регистрацию брака на так называемые красивые даты. Одни верят в магическое происхождение чисел, другим важно, чтобы в свидетельстве была красивая комбинация. Третьи ищут для себя дату, которую невозможно забыть. Несмотря на то, что 9 сентября у нас выпадает на середину рабочей недели, на сегодняшний день у нас подано не менее 90 заявлений на регистрацию брака, а 19 сентября у нас подано уже 152 заявления, поэтому ждем такой вот свадебный бум в эти даты. В сентябре ожидается наибольшее количество желающих официально зарегистрировать день рождения семьи. Тем более, что в этом месяце целых 2 красивые даты. Кроме 9 сентября, особым вниманием молодоженов пользуется 19 число этого месяца. Марина Соловьева, Виталий Голубев, телеканал «Милет».